Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом простого гарнира – тушеной капусты с кабачками. Вместо кабачков можно взять цукини. Томатную пасту можно заменить соусом, кетчупом, свежими помидорами без кожицы или в собственном соку. Пряности подбирайте по своему вкусу. Кабачки промываю и нарезаю кубиками небольшого размера. Для тушения беру глубокую сковородку с толстыми стенками или казан. Разогреваю масло и добавляю кабачки. Обжариваю 5 минут на умеренном огне, помешивая лопаткой. Пока обжариваются кабачки, очищаю лук и морковь. Лук нарезаю кубиками, морковь тру на крупной терке, добавляю овощи в сковороду и перемешиваю. Обжариваю примерно 5 минут. Капусту шинкую тонко соломкой, добавляю капустную соломку к овощам, перемешиваю. Обжариваю пару минут, сначала на большом огне, чтобы капуста слегка осела в объеме. Потом убавляю огонь, накрываю крышкой и тушу 10 минут. Затем добавляю пасту из томата, перемешиваю. Если в сковороде мало сока, вливаю немного кипятка, накрываю крышкой и тушу еще 10 минут. Добавляю пряности, перемешиваю, тушу еще 5 минут под крышкой. Периодически содержимое сковороды нужно перемешивать и наблюдать, чтобы овощи не прилипли ко дну посуды. Если овощи уже готовы, но в сковороде много сока, увеличиваю огонь и готовлю до испарения жидкости. Ее не должно быть слишком много. Тушеная капуста с кабачками готова. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!